Дорогие друзья, вот мы и приехали в город Хаджигабул. В 1938 году город перестал быть селом, населенным пунктом и получил статус города. До этого впервые в 1859 году в Хаджигабуле была установлена первая почтовая станция. Железная дорога проходит здесь, шелковый путь. Потрясающий город, население примерно 30 тысяч человек. Замечательный город в 130 километрах от Баку, столицы Азербайджана. Поедем. Кстати, чтобы вы знали, Хаджигабул переводится как прием хаджа. То есть хадж – это мусульманский титул, который получает каждый, кто совершает паломничество в хадж. Хаджигабул – прием хаджа.